Да, дуда плей. Денежный доход у нас почти что полляма. Представляешь? Полляма. Так, среднее. Так, не хватает наличных, кредит невозможен. 2 миллиона 700. Офис лофт. Пока тогда не покупаем. Успешная продажа. Старый деревенский дом успешно продан. Круто, наконец-то. Так. Что у нас тут получается? Большой дом, давай мы его пригласим. Частично. Есть. Знаешь что? Знаешь что, я такой рады. Полляма мне пришли деньги. Гасим большой дом. Мы его сейчас за 4 хода продадим. За 4 месяца. Мы его продадим за 4... О, погасим кредит за 400. За... О, господи, за 4 месяца. Что случилось-то? Пополнение в семье, первый ребенок, новые траты и новые расходы. Потребительская корзина увеличилась на 5%. Цена полляма? За что? Мне государство должно полляма давать. Расходы 10 тысяч рублей. Требуется времени 15 часов. Только я начал радоваться тому, что мне приходит денег много. А тут, видишь, я банкрот. Родил ребенка, стал банкрот, игра закончена, да? 64 тысячи. Так, депозиты. Хорошо, что у меня депозиты тут есть. 70 тысяч снимаем. Раз, два, три. Так, снять. Погасить долг. Продолжить. Блин. Денежный поток у меня уменьшился. Был 400, сейчас 350. Да что такое? Да что такое? Нихер, давай, а, подожди, зачем мне время? У меня так времени нифига. Давай, отдохнем. Так, ваш знакомый брокер считает, что акции компании Nantex скоро могут сильно упасть. Он мне не может сказать, что, блин, что-то растет. А я могу акции на продажу сделать? Так, тут выходит только золото. Так, подожди. А я тут не могу покупать, да? А вот на Nantex я... Как мне на Nantex в минус сделать, чтобы я его на продажу купил? Есть такое вообще, нет? Так, ладно. Так, денег сколько у меня? 359. Давай положим на депозит 300 тысяч. Нафиг. Угу. 300 тысяч. Раз, два, три. Пополнить. Пусть лежат деньги, потом на всякий случай. Так, точка фастфуда, возможность улучшения от вашего знакомого чиновника. Вы узнаете, что через полгода прилегающий рынок будет он сносить. А, подожди, в смысле? От вашего знакомого чиновника вы узнаете, что через полгода прилегающий рынок будет сносить с выплатой компенсации. Имеет смысл избавиться от объекта, пока не поздно. Поздно. Точка фастфуда. А у меня точка фастфуда есть, да, в активе? Я уже забыл. Так, где? О, точка фастфуда. Хотя она мне приносит доход 70 тысяч. Но цена 3 миллиона. Продаем. Так, делаем вот так 20%. С 20% возможностью продажи. Я надеюсь, мы ее продадим, точку фастфуда. Так. Так, некуда выше, возьмите кредит. Ну, чего брать, да, кредит? Давай возьмем. Оформить. Покупаем. Так, актив. Точка фастфуда мы не можем продать. Так, месяц прошел, осталось два. Так, подожди, нам нужно его продать за 6 ходов. Один ход уже прошел. Так, второй. Точка фастфуда. Так, а ну-ка сейчас еще раз смотрим. Ага. Так, средняя надвижка. Так, ага. Будем покупать? Квартира под ключ. Угу. Пока не будем. Знаешь, что я хочу? Точку фастфуда. Так, мы его сейчас продадим. Так, снять с продажи. Продать. Короче, вот так вот. 36% возможно. Потому что... Так, кризис... Блин, недвижимость падает. Нельзя сказать, что будет... А, ну я это продал. Все нормально.
Точка фастфуда, мы продали ее. Так, смотри, и у нас недвижимость падает, да? Так, недвижка падает, значит, у меня наличная 3 миллиона 900. Если наличка падает, так, а ну-ка, что у нас получается? Большой дом, миллион 500. Так, гасим, большой дом. Так, комната, офис. Гасим. Так, что у нас здесь? Ребенок. Гасим. Так, все нормально. И депозит 800 тысяч. Сейчас положим. Если... Так. Раз, два, три. Пополнить. Если недвижимость падает, то мы по дешевке ее купим. Так, недвижимость средняя. Так, смотри. Душка под ключ не буду покупать. Нам нужно, чтобы приносила прибыль. Недвижка. Средняя. Так, он сегодня предлагает. А, все предлагает ее купить. 680 тысяч. Так. Депозит. Так, 400 тысяч я положу сейчас на депозит. А хотя, в принципе, может быть и купить. Нет. Раз, два, три. Я буду покупать именно, чтобы мне приносило, допустим, с аренды. Так, аренда, смотри, поднялась. Это хорошо. А мне нужна только такая аренда. Так, трата денег, смотри. Ваше авто нуждается в плановом техобслуживании. 3000 рублей. Требуется время 10 часов. Так. Ладно. Так. На 180 рублей, на 200 рублей подорожал. Так, квартира в столице мы не можем пока купить. Так, смотри, у нас есть почти что миллион. И у нас есть на банке. А, банк включается, ладно. Смотрим. У нас времени сколько? 130 часов бизнес. Давай посмотрим. Крупный-то точно не потяну. Средний хотя бы посмотрим. Смотри, современное искусство. За 300 тысяч купим? Да почему нет? Денег-то много. Вы находите выставку современного художника. Ваше гуманитарное образование подсказывает вам гуманитарное, что его работа имеет ценность. Художник готов продать вам свои объекты. Вы хотите купить его работы? Гуманитарное образование. Зачем мне гуманитарное образование? Ну, давай давно купим. Мне вот мне интересно. Поднимется оно потом в цене или нет? Так, недвижимость. Средняя. 1 200 000. Так, не хватает наличных, возьмите кредит. Да почему нет? Беру. Беру кредит и покупаю. Потом я его могу продать со временем. Правильно? Правильно. Так, вы тщательно приготовили, сфотографировали, описали и разместили интервью, информацию о продаже всех последних купленных карт объектов. Теперь остается ждать покупателя. А, ну все, мы ждем. Посмотрим современное искусство, как оно вообще в теме, нет? Трата денег 100 тысяч, да ну куда? Деловых костюмов уже даже больше, чем надо. А вот в чем вы собираетесь ехать в морской круиз? Пора за покупками. Конечно, давай, 100 тысяч денег, да дофига. Все правильно, Леонид, молодец. Я тут каждую копеечку стараюсь отложить. Тем более у тебя душка. А, гасить кредит надо. Так, у меня 1,5 миллиона же есть. Ага. Давай покасим. Так, а сколько надо? 700 тысяч. Так, как и 200 есть. Значит, снимаем 500. 500 тысяч мы снимаем. Раз, два, три. Снять. И кредит мы полностью гасим. Да. Хорошо. Так, семинар образования. Давай этот самый рынок искусства попробуем пройти. Или продвижение художника. Ну, давай продвижение художника. Тем более мы покупаем, еще сейчас уже стали покупать всякие картины, поэтому нам это нужно. Так, дизайн мышления 250 тысяч, доход от бизнеса 15%. Да давай. Обучение. Это надо полностью обучиться здесь всему, что возможно. Группа знакомых. Количество ваших связей растет. Кого-то нужно поздравить с праздником, с кем-то выпить кофе, с кем-то поговорить. По телефону, короче, бла-бла-бла. Тратите 20 тысяч, 20 часов. Блин, часы. Ну, у меня еще, правда, много еще часов, как бы. Стало мало. Так, дуплекс.
Опять снизился. Да ё-моё, это дуплекс. Большой дом тоже снизился. Киоск снизился. Так, ладно. Так, ну у нас время сколько? 139 часов. Давай в бизнес пойдем. В малый, либо в средний, смотри. Давай подумаем. Средний бизнес. Что у нас там по среднему бизнесу? А, не хватает у нас времени. 180 часов должно быть. Нет, средний бизнес только от 180 часов. И миллион все же стоит. Ладно, не получится у меня. Так, семинары. Так, вот еще интересно, смотри, цены или ценность. Бизнес на 12% вырастет. Как продавать все больше и больше, не снижая цену на товар или услугу, продавать неоценимую выгоду. Давай, берем, обучаемся. Так, денег у нас 300 тысяч. Мы в депозит будем ложить эти 300 тысяч. 333, 333. Пополнить. Отлично. Вообще у меня 3000 сейчас чуть 500 рублей стоит. Ага, грамотно спланировал день. Хорошо. Минус 500 рублей, ничего страшного. А, смотри, кризис усиливается. Мировые события обрушивают рынок недвижимости. Стоимость дешевеет. Съемщики съезжают. Офигеть, как так? Съемщики съезжают. Старый садовый домик уменьшился, смотри. Кризис. Смотри, старый гараж, возможность улучшения. Так, 20 тысяч. Да, конечно, почему нет? Господи, что 20 тысяч этих? О, нет! Боже, он галстук купил за 100 тысяч. За миллион. Подожди. Смотри, да это какой-то этот. Стоит в программе просто какая-то такой, знаешь, как называется, сейчас расскажу. В программе установлен скрипт, короче. Дофига денег. Бац. Да у тебя же был этот фраг. Королеве опять пошел. Миллион потратил. Нормально? Нормально, что? Подожди, а они трогают мой депозит или нет? Нет, не трогают. Фраг. Опять этот фраг купил. Все падает. Недвижимость. Средняя. Точка фастфуда опять предлагает точку фастфуда. Там же что-то у них произошло плохое. Ну давай купим. Берем кредит. Оформляем, покупаем, 1 час всего лишь требуется. Так, 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 так. Отпуск, сократите свой бронь, никаких выходных, работать. У меня дофига времени, поэтому... давай отдыхаем. Почему нет-то? Так, провести выходных, да конечно провести. Так, образование, семинары, рынок классического искусства. Покупаем? Покупаем. Конечно, почему нет? Будет шарить в искусстве, будем эти картины красивые покупать. Так, у нас аренда падает. Так, 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 так. Трата денег, конечно, давай мясо акулы купим. Да. 25 тысяч, да, что? Денег-то дофига. Полмиллиона у нас. Так, сразу мы сейчас на депозит. Полмиллиончика. Раз, два, три. Пополнить. Почти что 2 миллиона у нас есть. Так, ладно. Так. Да каких работ? Подожди, никаких выходных работать. Я уже отдыхал сколько времени. Так, небольшой дом. Опять аренда упала. Небольшой гараж. Аренда упала. Смотри. Так, так. С 24 тысяч упал на 16 тысяч. Смотри, короче, что-то проблема вообще. Образование тут я все выкупил, хорошо. Короче, смотри, все падает. Денежный доход вообще скатился. Так, давай, что у нас там? А, элитный фраг. Тогда давай погасим хотя бы частично. Фраг королевы. Так. Октябрь. Так, это мне интересно. Образование уже полностью все получил образование. Так, киоск тоже все упало, старый гараж упал. Смотри, нифига себе, кризис усиливается. Мировые события вгоняют бизнес в крутой пике. Многие работают в убыток, лишь бы сохранить имущество. Минус 50%. Все падает. Тар-тары. Большая трата денег.
Конечно, когда все падает в тартарары, когда бизнес падает, когда падает недвижка, когда ты аренда падает каждый месяц, надо делать большую трату денег. Леонид, у тебя воспаление мозга, я это знаю. Так, вы решили, что вам крайне необходим интернет-сайт. Конечно, как же без интернет-сайта. На разработку и поддержание потребуются средства. А что делать? 21 век на дворе. Цена 10 тысяч рублей, расходы 1600-1400. А почему нет? Так, наличка 600 тысяч. Точка фастфуда. Гасим. Частично хотя бы. Так, все, хорошо. Так, образование ничего нету. Так, офис на первом этаже тоже аренда упала. Недвижимость, давай посмотрим, среднюю. Старый дюплекс. Так, значит, что у нас подешевело, нет? 2 миллиона 400 стоит, доходы 25 тысяч. Давай, купим, возьмем кредит, оформим. 29 тысяч дохода. Так, ну хотя бы, может быть, будет у меня полмиллиона дохода, нет? Денежный поток сократился, 200 тысяч, ладно. Идем дальше. Так, недвижимость, средняя, смотрим, что у нас тут еще интересно. Доход 13 тысяч, 15 часов. Нет, времени дофига забирает, короче. 15 часов. Как у меня вообще свободное время? 130 часов. Старая квартира. Так, сдавать в аренду. Так, что, купим? 13 тысяч, ну, давай. А, банк отказывает. Почему? 650. А, банк даже не дает. Ладно. А хотя, подожди, у меня же есть на депозите 700 тысяч. Сейчас посмотрим. У меня 1 900. Снимаем 720 тысяч. 720 тысяч. Раз, два, три. Снять. Покупаем. Так, так, обучение у нас закончилось. И ш, ну все, у нас аренда-то падает. Так, давай попробуем погасить что-нибудь. Точка фастфуда миллион. Давай, точку фастфуда погасим частично. И на этом будем заканчивать сегодняшнюю серию, наверное, да. Приглашение времени, так. Ну что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на канал. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока-пока. Да-ду-да-ду-да. Да-ду-да-плей. Ду-да-плей.